В Майами объявлен повышенный уровень опасности. Здесь борются с эпидемией Зика. За последние две недели опасный вирус нашли там у 14 человек. Местная полиция раздает бездомным средства от комаров, потому что именно эти насекомые – переносчики опасной болезни. Район Вайнвуд на западе Майами в считанные мгновения стал известен на всю Америку. Теперь сюда официально запретили приезжать беременным женщинам. За последние 70 лет это первый случай в Штатах, когда регион внутри страны закрывают на карантин. Вирус Зика представляет большую угрозу для младенцев. Они могут родиться с микроцефалией. Это заболевание головного мозга, которое передается от зараженной матери. Район Вайнвуд не самый благополучный. Здесь много бездомных, и власти всерьез задумываются об их эвакуации, если раздача репеллентов не поможет остановить эпидемию. Как поживаешь? Ты знаешь о том, что сейчас началась эпидемия Зика? Это вирус, который разносит комары. Поэтому вот отпугивающее средство, оно поможет тебе защититься. Используй его и не ходи раздетым.